Я счел своим долгом идти на этот кровавый бой, чтобы уничтожить эту гадину, зародыши, которая уже не знает ничего человеческого. Они все уже превратились в зомбированных. За много лет киевский режим уже навязал людям, превратил их в зомби и фашистов. То есть они все оболваненные. И я хочу, чтобы украинский народ стал таким же свободным, миролюбивым, здравомыслящим, добрым, несущим людям добро, свет, разум, таким же, как русский народ. Мы за 4 дня должны положить на колени нацистов украинских, демилитаризировать и денацифицировать всю эту падаль, которая там образовалась, весь этот гнойник вскрыть. Нам надо, чтобы все наши исторические рубежи, которые были раньше, они вошли в состав России, им просто не дают этого сделать нынешние власти Украины. А так Украина, все ее население хочет войти обратно в состав Российской Федерации. Да, я сразу попросился на переговоры, потому что я не могу сидеть вот просто так там что-то говорить. Говорили, не так хватает. Я человек конкретного дела, конкретных дел. То есть я считаю, что мое место на передовой, в окопах. Я хочу бить эту гадину в зародыши, чтобы вообще больше она не размножалась. Черный ворон, что ж ты вьешься?
над моею головой ты добычи не дождешься, черный ворон я не твой, ты добычи не дождешься. Бог нас любит. Россия — величайшая страна. Президент самый лучший у нас. И все правильно сделал. Не стал ждать. Упредил. Если бы не он, НАТО бы уже стояло у ворот Кремля. Упредили подонков этих фашистов проклятых. Буквально на считанные часы. Если бы мы не нанесли упреждающий удар, все уже, все. Гнилой Запад уже атаковал бы нас. Так что все хорошо. Родина, горжусь тобой. Сколько людей хороших на нашей земле. Все добровольцы. Кто только увидел, что такой ажиотаж, буквально обивают порога военкоматов. Сразу понял, мы победим нацистов. Нацисты проклятые, нарики, оболваненное население. Бедная страна Украина. Кадыров с нами. Братья Ахмат. Баба! Снайпер, снайпер. Что это? Повестка из военкомата. В почтовом ящике нашла. Знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже сами поняли. Он же блаженный. Над ним все в округе смеялись, а он... растяпа был, жалкий такой. Мама говорила, он же смертник, он же вечный арестант. А я... Я и не спорила, я сама обо всем этом... об этом знала. Он подошел тогда ко мне и сказал:
Пойдем со мной. Я пошла. Я никогда об этом не жалела. И горя много было. И страшно, и стыдно. Но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы –